чахчыла быта, керді барцыя тарапы, хамуанал фистачы, цюрты кашмышкы. Цыбашыр гоу болы, шилы шабе сырақы, хоқ хэр чыжыханначы, дуаттағы дегашы. Хатлар киржмо, масиха хайдер хав, хил сагвел хвеш. Дама лажу лахан, тот тага вехер хав. Катихар дуаттагчок, халах ятла магац, ездичу памлар. Сегодня мы здесь собрались на его могилке. Его друзья, наверное, соседи. Да. И те люди, представители того народа, которых он считал своим братьями. Пусть земля ему будет пропущена. Шын сақыл сөйғар шей түні, түне бітшені күзіт нұр бия. Амтуты сөпіл шені түні, барады ұлы жо бия. Шыды бітара нақвам дейс, кімзерміз ісхи біт мө бәні. Кашорик за сахлам дис, замия тут и сопели, шидобитара на хвам дис, ким зерм зисхи вид мопенис, кашорик за сахлам дис, замия тут и сопели. Это Италия дешевого. Чем Кавказия, чем Кавказия, чем? Когда за охрану на тесовый был, она не гуся. А я в силе, чем и кто люди на тесовый был, чем и змеи были, не гуся. А далее с чем и кто охрану были, роза тенеме, а сисхали сисайре, соплю погадаю вориса, хелсуле бисада, и гуся бисада, чем и теле бисада. Денем идем троет мне. Замни хватит. Вашка тебе, это ранди халхи, это ламази халхи, это бичини халхи. А, это да, я заинтересован. Что не зураси, засовали это лес. Это есть гениальный каси, есть неумари вашка, есть сури, магали тики. Магали нули на его, что не мегубробис, что не утиетобис, что не дзмобис. Сапароши, на дебри аглагит. А имя хензе видец, писи, Магате були вечеди, кое би си тавијани вечеди захлопте се. Би то не бода сип, зни за сип,
რაღაცა ისეთი სიმბოლო, ეზოთერული და საკრალური ცოდნის სიმბოლოდი თვლებოდა. გარდა ამისა, ჩვენ სამოსაში, ხევსურეთში, შეიძლება შემოტანილი კედელი შეკონ. გამოშევარი ჩვენი ზურას, ესეთი არ დაიკარგა და არსებობს ეს პარტი. ეს მარტივი არის უნიკალური, ეს არის საოცარი პარტია. ხეთვა დააბრუნა, ვინდააბრუნა, როგორ დააბრუნა, ყველა შემთხვევაში მოხდა სასწაულიდან, ზეგული მტკივა დავაზობა, აცხადებული წერდი. და მართლაც უძნობდი, რომ რაღაც უნდა მომხდარ იყო ისეთი, რომ შეიძლება დაბრუნებულიყო. და ერთხელ შევიდე და კედლებში შიგნით და დახვდა კედელში იდო ეს პარტი. А да, здесь осталось. Вот я сейчас второй раз в Грузию приехал. Вот мне когда сказали, что будет чествование оружейника Зурабы, я сказал, не пойти я не могу. Почему у меня к этим делам какая-то своя любовь? Кавказ всегда славился оружием. Славился не очень большим богатством. И вот если, к примеру, там в Натуле или там в России была возможность делать ствол у ружья, рассверливать, то у кавказцев этой возможности не было. Вот эта шашка, вот на ней здесь есть вот такой вот изображение, вот потом посмотрите. Вот насчет него, вот на нее, это уникальность, я не говорю об остальном. Вот об остальном я не говорю про это. Это уникальнейшее произведение. Все типы ювелирных производств, которые есть, технологии, скань, черри, это все здесь есть. Поэтому это сделал мастер, у которого большое сердце и были золотые руки. Мне приятно, что на его чествование я попал. Денрис Хилшун, спасибо, что приехали. Это вам спасибо большое. В Зурабе Бичнагури был великим мастером, кузнечного дела, и уход из жизни таких людей, как он, является большой потерей для не только для грузинского народа, но и для всего Кавказа. Вот этот меч, который лежит перед вами на моем столе, изготовлен его руками полностью. И по его желанию, по его просьбе, из Грузии он переправил в Ингушетию и подарил мне. Я, правда, не знаю, достоин ли я такой высокого подарка, но это он мне его прислал, через людей прислал. На Кавказе были великие мастера кузнечного дела. Особенно большие мастера находились в Грузии, в Дагестане и в некоторых других местах. Поэтому эти мастера обеспечивали весь Кавказ оружием для защиты нашей свободы и независимости. С господином Зураби я был лично знаком, несколько раз встречался с ним. Это был человек дела, все время занятый своим искусством изготовления оружия и других железных дел. Дело его должны продолжить те люди, которые вокруг него были. Наверное, у него были свои ученики, которые учились от него кузнечному мастерству. Желаю
чтобы память о нем хранилась и в Грузии, и на Кавказе все время. Оба арабули нергадзеле, тоже другу сурабичина гури, тоже присоединяется к этому вечеру и благодарит всех за то, что вспомнили нашего брата и такого хорошего человека. Я могу говорить, что был у нас такой человек. Да, если такая самая гору рухалда, и мы дадим, что я могу говорить, что я могу говорить, что я могу говорить, что я могу говорить. Мне тоже. Как-то вот больно. Этот боль я как смогла, так выразила. И всегда помню его день рождения. Как он вышел в тот день из этой нашей жизни. И всегда буду вспоминать про него. Дай Бог, чтобы Грузия вспоминала. Потому что бывают люди, которые нельзя забывать. Да. Мы здесь, когда я приехал в Грузию, мы с Зурабом когда познакомились, первоначально, когда с ними познакомились, даже когда на гражданство документы я подавал, мы вместе с Зурабом вместе ходили, на юстиции, все вместе делали. Да. И Зураб был фиксором. Я не ушел, и со временем мы стали такими близкими людьми, что уже иногда мы и спорили, и ругались, и все у нас было. Ну, обычно как в семье. Со временем время проходит, и он мне сказал: «Аминь, я хочу с тобой побратиться». И я ему говорю: «Ну, здесь одна история с патриархом у меня». И я ей говорю: «Зураб, я маленький перед тобой, зачем такая честь?» Я говорю: «Ты известный человек в Грузии, зачем так?» «Нет, Аминь, я хочу с тобой поработиться, Но видно было, что человек хочет, действительно искренне хотел, я сам хотел этого. Просто мне ему это предложить было сложно, потому что он старше меня. Да. И когда он уже конкретно сказал, что хотел со мной поработиться, я говорю: «Хорошо», я говорю, «что для этого надо сделать?»
там надо вот, ну как у грузин, там кровь пускают, и вино его заливают, и вино пьют. Я говорю, Зураб, я говорю, можно без вина? Я говорю, остальное все сделаю, говорю, можно без вина? И мы так стали побратимы Зурабом. Для него, для меня тоже, это было большое счастье. Вот такой был Зураб. Зураб, конечно, когда вот Зураб вот свое вот искусство произведение он делал, вот эти все мечи, сабли, прежде чем сделать этот меч, саблю или что-нибудь, ему нужно было много времени, чтобы это сделать. Он прежде чем это сделать, он его брал и много с ним разговаривал. Он мог с ним день поговорить, два поговорить, неделю поговорить. Только после этого он начинал делать свою работу. Самое главное, что я хочу сказать, это огромное спасибо нашему патриарху. Огромное спасибо нашему патриарху. Да, мы очень близки, да, и души грузины очень близки друг к другу. Он между грузинами и душами укрепил наше братство. Огромное спасибо нашему патриарху. Спасибо большое за этот вечер. Спасибо вам всем. Так, много сосмели с того левина, если я вам не решу, а я не сурат, я добыл. Сагамой взохуте боди в холме, дзели тадат. Немскал сихер сумли, сагамой раме, мея раме, миси сихо, то есть казалец я гадабы. Ковельтвис, все таты битта, каргимы сбитовы, да больше, а цитфилят, мы бобрулат. Нашу эрик дзунов видор, а цензе упроси, пора на цитфочензе метийцу, да? Елена Ират, все могли гебодать и кос, и технис на основе, и кос, паушоби нам лично, да, с общим гольди типа. А за ангами хада, рога в Егеру, суп, квапс, чуем мы говорим, спика, то он саплял, взял соли, хави там рагаса, ура, греба гаму вечи, не чуем мы хрида, да. А там да вермо вахерхе, то есть, чем ты за ангу улогнели, о, ангасис, с основом гольди, да, да, за ангу, не дам спита, да. Крылась твистия. Ძალიან დიდი კაცი იყო ორგანიზურები და ჩემი უფროსი მეგობარი იყო და ხშირად დავდიოდი ხოლმე ზურაბთან სახლში და შეგიძლია უნდა ყოფილიყო მაგრამ არ დაფასდა სამწუხარო მე ჯაჭვისობდი მაშინ და ეს მოწაჩვენი დაახლოებით თულია ერთად იყო თან შენი საქმის კარგად პატრონობელი და სამწუხარი ადამიანი როგორი ზურაბი იყო როგორც პრაქტიკული მხრივ, ისე იდეოლოგიურად. Торо ძალიან იმოქმედა ჩემზე მისმა გაცნობა, მასთან ურთიერთობა, ბევრი რაღაცა დავინახე, ბევრი რაღაცა მასწავლო, ბევრი რაღაცის მაგალითი მომცა და დიდი ადამიანი დავკარგეთ და როგორც უკვე ითქვა, დავაგვიანეთ, დავაგვიანეთ ნამდვილად, რომ გავხსენებდნენ ეს დიდი ადამიანი. Спасибо большое. Я от себя добавлю. Амужие, которые мастерски делают Зурабичи на горе, это оружие не для войны. Это оружие, чтобы фактически мы уважали друг друга, любили друг друга, были друг другу братьями, и, то есть, и не убивали этим, а фактически строили связь с нашими предками, с нашей историей, с нашей землей, с нашими соседями и братьями. Благодарю вас всех. Очень приятно было слышать о таком человеке,
которые создают такие прекрасные предметы искусства. И составляют. Я уверена, что память о нем всегда будет жить в сердцах и в душе. И не только у нас, но и всем Кавказе. Всего вам самого доброго, видимо, дома. Хрендис Максос. И рамотениме адамияния, хшират арахте барат кмаунда, шевцкуре баширомевец, худебиянда веривицте. Эсэти адамияне пичем скоре баши, ай эрти бардони тристани и помахау. Ай фейсбуки да сурац авшалу, суэла, тристас да сурац, верц авшили. Кони ару царцкуле биарианда, рахац наидат исэм чуэц хоре баши и ребен монацелем бас. Мертва натал шиам опус. Моитана миси монагари да ачуена има даменос кидевцам мианта вернеба има даменос чатес нанафи конда ансарто дарциснобта сети патаре гамофенац моусет перандери сагамос фарлебши солна да давицება мисуи пасус тут шен диди мадлоба мадлоба шен уважаемые друзья, все что мы не договорили, давайте этот вечер сегодня закроем, все остальное договорим за столом. Моё имя-то Хакум Адилхачи Тот Тавидегашка Айта Азбатик Шидовитара Нафамдис Кимзен Зисхивит Мопени Рашоригза сахламдис, Замия зулти сопели, Шидовитара нафламдис, Имзермзис хивит мопенис, Рашоригза сахламдис, Замия зулти сопели, Замия зулти сопели.